радикальная религиозная идеология, она привлекательна тем, что она работает на самом деле с помощью психологических манипуляций и с помощью очень чуткого чувствования социальных проблем, экономических проблем. Отсюда навязывается такая точка зрения, что все институты современного общества, светские институты, гражданские институты, они неверны. Вина навязывается на гражданские институты, на вообще принципы государства. Человек, который не решил своих проблем внутренних, он, естественно, винит это общество, а радикальная идеология, она всегда становится для них такой притягательной, отдушиной в кавычках. Вообще есть очень много психологических у них методик работы. И вот одна из таких, наверное, первых ступеней, когда они навязывают чувство вины. Вины за то, что происходит, и человек начинает не любить себя, отрицать в себе все, не видеть все вокруг себя, все только в таком плачевном, ужасном состоянии. Безусловно, есть еще другая часть молодежи, которая умело может находить компромисс между своими религиозными предпочтениями и современными тенденциями мира. Осваивает науку, осваивает современные технологии, и это не мешает им исповедовать религию. Поэтому что нам важно? Читать, нам важно самообразовываться, нам важно учиться и развивать в себе навыки критического мышления, навыки анализа. Это нам всем очень важно. И стараться получать знания из источников, из достоверных источников.